بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي أعلن العلماء ورثة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، хвала Аллаху, Господу миров, сказавшему в своем откровении, чья речь прекраснее того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я один из мусульман». Мир и благословение Аллаха Его посланнику, объявившему ученых наследниками пророков. Мир и благословение Его семье и всем Его сподвижникам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые устазы, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня здесь, в обители знаний и просвещения, основу которой заложил великий исламский ученый и деятель шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф рахимахуллах, вашему вниманию мы представляем два произведения шейха на русском языке. Первое – это фундаментальный труд шейха, десятитомник «Тафсир Хилал». Сегодня мы презентуем 6 из 10 томов. Второе – это весьма актуальная в наши дни книга «Счастливая семья», в которой на фоне нашей реальной действительности изложены множество шариатских решений и проблем семьи, взаимоотношений в ней, прав и обязанностей супругов, воспитания ребенка и многих других вопросов. По традиции, это благое торжество мы начинаем с тилавата Слова Всевышнего. Просим Мухаммад Лай Кори прочитать нам из аятов Священного Корана, а после тилавата попросим достопочтенного устаза Закирджон Домло вознести благие молитвы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأنتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا القرآن العظيم واجعله لنا
إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نستينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل من جماعتنا هذا العمل اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: فتحت القرى بالسلاح وفتحت المدينة بالقرآن، مخلصا خالصا لوجهك الكريم يا رب. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Благодарим вас, устаз, за ваши благие молитвы, а также вас, корека. Да вознаградит вас Аллах лучшим из того, чем Он награждает своих праведных рабов. Дорогие друзья, уважаемые гости, выдающийся ученый, известный муфассир, мухаддис, фақих и муршид, шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф, рахимахуллах, был великим деятелем и одним из крупнейших исламских богословов нашей эпохи. Как вы знаете, он был муфтием, председателем Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, народным депутатом Верховного Совета СССР, первым муфтием независимого Узбекистана, членом множества авторитетных международных исламских научных организаций, духовным предводителем народов Маура-ун-Нахра, наставником для многих ученых-богословов нашего времени. Всю свою жизнь шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф рахимахуллах посвятил исламу и распространению подлинно чистого исламского учения. Написанные им более 100 книг, как и сама религия ислам, охватывают и разъясняют практически все основные сферы жизнедеятельности человека. Большинство его трудов переводится на разные языки, и в частности на русский язык. Дорогие друзья, Хазрат оставил после себя много учеников. Главным продолжателем его дела и его учеником является его сын, шейх Исмаиль Мухаммад Садик. Слово предоставляется шейху Исмаилу Мухаммад Садик, хафизахуллах. Нужно отметить, шейх Исмаил уже со времен Хазрата возглавляет издательский дом «Хилаль Нашр» и популярный интернет-портал «Ислам-Уз», в составе которого функционирует более 20 различных исламских сайтов. Просим вас, Азрат. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамду лиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хайр халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюл уқдата мин лисани яфкаху каули. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые учителя, уважаемые гости, дорогие братья и сестры, добро пожаловать на наше радостное торжество, связанное с презентацией очередных книг почтенного шейха Мухаммад Садика Мухаммад Юсуфа, рахимахуллах. Речь пойдет о книгах на русском языке, и поэтому мы посчитали приемлемым презентовать презентацию целиком провести на русском языке. Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию сразу несколько томов известного многотомника «Тафсир Хилал», а также долгожданную книгу «Счастливая семья». Волею Всевышнего настало время, чтобы эти произведения увидели свет. Альхамдулиллах. С особенностями перевода и подготовки упомянутых произведений к изданию далее вас ознакомят наши переводчики и редакторы.
Мне же разрешите сейчас сказать несколько слов о деятельности и трудах моего отца и наставника. Автора этих книг шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа рахимахуллах. А также о том, почему мы переводим его труды на разные языки, в частности на русский. Сначала о деятельности и трудах хазрата. Наш хазрат всегда желал и стремился к тому, чтобы мусульмане хорошо знали основу своей религии, чтобы они обретали знания, следовали Корану, божественному руководству от Всевышнего и обрели счастье в обеих мирах. Как выдающийся ученый, как постоянный член и соучредитель ряда авторитетных мусульманских организаций мира, он посвятил всю свою сознательную жизнь делу просвещения мусульман всего мира. Величайшей заслугой хазрата перед исламом и родиной является то, что он написал множество своих фундаментальных и энциклопедических научных книг, которые издаются по сей день и которыми пользуются миллионы читателей, в том числе и пользователи электронных ресурсов. Его книги можно описать вкратце следующим образом. Во-первых, они направлены на представление исламской религии в подлинном ее свете. Сведения в них приведены достоверно, с соблюдением аманатов передачи знаний о религии. Во-вторых, они написаны в духе вассатильности, принципа умеренности в исламе. В-третьих, в его книгах исламские понятия изложены с объективными пояснениями, доступными и несложными комментариями, рассчитанными на самого широкого круга читателей. А это указывает на то, что его книги свободны от предвзятостей, от предпосылок, которые могли бы привести к противоречиям и разногласиям. В-четвертых, книги автора написаны в духе их соответствия мазхабу Ахли Сунна валь Джамаа. В-пятых, описываемое в книге Хазрата отношение ислама к иным вероисповеданиям отражает истинное лицо мусульманства. Эти книги пропитаны духом толерантности, терпимости. На титульном листе каждого экземпляра его книг цитируется девиз, который он провозгласил и посвятил все свои усилия практическому его внедрению в жизнь мусульман большого региона. Стремиться к чистому вероучению и подлинному чистому исламу на основе единства вероубеждения, признанного масхабом фикха, объединенных в единый убежденческий масхаб Ахли Сунна валь Джамаа, изучать Коран и Сунну, последовать им, распространять исламское просвещение, дух терпимости и братства, следовать великим праведным предкам, ликвидировать религиозную безграмотность, положить конец разногласиям и раскольничеству, устранить фанатизм, вредоносные новшества в религии и суеверия. Жизнедеятельность хазрата была весьма продуктивной и баракатной. За короткий период он написал более 100 ценнейших книг, которые раскрывают сущность ислама в ее подлинном свете. Его труды подкреплены современными научными доказательствами и примерами из жизни, что делает получение этих книг легко применимыми на практике. Теперь о том, почему мы переводим труды хазрата на русский язык. Наш регион окружает огромная территория стран СНГ, на которой почти все мусульмане свободно говорят на русском языке, понимают этот язык, свободно читают русскую литературу. Мусульмане этого большого региона являются приверженцами единой исламской школы. Хазрат, как один из предводителей мусульман этой территории, считал своим долгом разъяснить людям основы ислама, довести до них правильное толкование исламского вероучения, чтобы у мусульман была возможность получать достоверные знания. Возникает вопрос, почему именно книги Хазрата? Потому что автор родился и вырос здесь, на территории СНГ. Он жил в этой среде и хорошо знал все особенности быта, менталитета, обычаев местных мусульман. И поэтому хорошо знал суть наших проблем.
И к тому же он отличается от многих авторов переведенных книг, которые являются в основном филологами, не имеющими отношения к религии. Хазрат являлся подлинно исламским алимом, то есть религиозным ученым. Его книги были написаны, исходя из условий и требований нашего большого региона и нашего времени. Поэтому и было нужно переводить его книги на русский язык. Помимо такой объективной необходимости, были и субъективные причины. В тех 90-х годах с просьбами о переводе книг Хазрата на русский язык к нему обращались авторитетные улемы богословы, а также специалисты по духовным вопросам. Обоснованные просьбы о переводе поступали и от политиков, дипломатов, специалистов различных регионов стран СНГ. Многие отмечали, что в России и в других странах СНГ в основном переводятся и широко распространяются книги приверженцев различных исламских течений, которые противоречащие умеренному исламу. Среди тех, кто читает эти книги, происходят недоразумения, возникают разногласия. По этой причине, чтобы исправить положение, нужно было издавать переводы книг Хазрата. Следует отметить, что потребность в переводе произведения Хазрата появилась уже с изданием первых его книг на узбекском языке. Впервые Хазрат и его соратники взялись за перевод смыслов священного Корана на русский язык в 90-х годах прошедшего века. Это был перевод «Тафсир Хилал», охватывающий 29-ю и 30-ю часть Корана. Эти части были изданы в виде двух томов, и прочитали многие и одобрили такое начало. Тогда у нас еще не было возможности, чтобы удовлетворять потребности большого региона за пределами нашей страны и издавать книги на других языках. Когда мы уже наладили издание и распространение наших книг на узбекском языке, появилась возможность уделять внимание и переводам на других языках. Стали поступать сообщения, что на местах некоторые книги шейха уже самостоятельно переведены на азербайджанский, казахский, киргизский, кумыкский, таджикский, туркменский, татарский и русский языки. Многие предварительно получали личное согласие Хазрата. Постепенно у нас была создана группа переводчиков и редакторов, которую возглавил сам Хазрат, начали издаваться его книги на русском языке. Распространение на территории России и стран СНГ подлинно исламских книг, нацеленных на поднятие уровня знаний и устранение разногласий, по воле Аллаха должно было служить укреплению религии ислам в целом, умножению числа ее последователей, единству и солидарности этих последователей, помогать также встать на правильный путь тем, кто в силу своих недостаточных знаний отклонился от высотыйного пути ислама. Практика показала, что уже первые русские издания показали эффективность добрых начинаний Хазрата. Это признают многие. Альхамдулиллах. Сегодня мы благодарим Всевышнего еще за то, что почтение к памяти выдающего ученого и деятеля шейха Мухаммад Садыха Мухаммад Юсуфа, уважение к его заслугам высказывается на государственном уровне. По инициативе президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева в Ташкенте, здесь, рядом с нами, ускоренными темпами возводится комплекс мечети с центром просвещения, который будет носить имя шейха Мухаммад Садыха Мухаммад Юсуфа. Свою жизнь нас Хазрат посвятил призыву к истинной религии Всевышнего Аллаха, следованию по пути посланника Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, просвещению мусульман, распространению знаний, воспитанию молодежи, укреплению общества. Дело Хазрата продолжается. Дорогие друзья, сегодня представляю вашему вниманию сразу 6 томов 10-томника «Тафсир Хилал», а также весьма актуальную в наши дни книгу «Счастливая семья». Мы просим ваших молитв за то, чтобы эти книги были полезными для исламской уммы, и за то, чтобы саваба за них достигали нашего наставника, шейха Мухаммад Садыха Мухаммад Юсуфа. Пусть Всевышний Аллах всегда наставляет каждого из нас на праведный путь.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Благодарим вас, хазрат, за ваши содержательные выступления. Пусть Всевышний Аллах поддержит вас и ваш коллектив и достойно вознаградит за ваши труды во имя распространения подлинно исламских знаний. Великий арабский поэт Руба ибн Аджадж, говоря о сыне одного из щедрейших людей в истории, Хатам Той, мы все о нем слышали. Он говорит: «Би абихи кутада адийюн фил карам, ва ма юшабих абаху фама залам». Ади последовал по стопам отца в щедрости, ибо каждый сын подражает своему отцу. Мы видим, кого после себя оставил наш шейх. Спасибо вам. Дорогие друзья, братья и сестры, издательский дом «Хилаль Нашр» ежегодно издает сотни тысяч книг. Всего количество изданных книг шейха превысило несколько миллионов единиц. Также в большом количестве распространяются книги шейха в электронном варианте, в их числе и книги на русском языке. Редактирование произведения хазрата на русском языке возглавляет ответственный редактор русских переводов Алишерака Алиев. Он более 10 лет непрерывно занимается переводом и редактированием научных трудов хазрата. Слово предоставляется Аль-Шарака. К сегодняшнему дню в Хилаль Нашр издано и подготовлено к изданию на русском языке более 20 наименований книг. Готовится к переизданию более 10 наименований книг. Переведены на русский язык и находятся в стадии редактирования около 15 трудов хазрата. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллях. Вассалату вассаляму аля Расулиллях. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые учителя, уважаемые гости, дорогие братья и сестры. Все в этом мире происходит по милости и мудрости Всевышнего Аллаха. В настоящее время перевод и издание подлинно исламских книг на русский язык весьма актуален. На огромной территории, где живут русскоязычные мусульмане, ощущается острая нехватка такой литературы. Именно поэтому книги шейха Мухаммад Садыха Мухаммад Юсуфа рахимахуллах очень востребованы. Следует отметить, что труды автора не представляют собой работу исследователя-востоковеда. В его книгах присутствует лишь стремление следовать традиции исламских научных книг. Волею Всевышнего я познакомился с хазратом и по его просьбе стал работать в группе переводчиков. Альхамдулилля. Все в этой группе перевозили книги хазрата в свободное от своей основной профессиональной деятельности время. Включаясь в работу, наша группа переводчиков постепенно стала понимать, как велик масштаб всей этой затеи и с чем мы столкнулись. У нас возникали различные вопросы. Какого метода и стиля перевода нам придерживаться, какими словарями пользоваться, как подавать в тексте исламские термины, как нам оформлять смысловой перевод особых фраз в аятах, какова специфика перевода хадисов и многое другое. Мы начали разрабатывать определенные рамки и правила, которые мы должны были соблюдать. Все это происходило с участием хазрата и под руководством хазрата. При переводе каждой книги мы сталкивались с необходимостью переводить цитируемые в них аяты Корана. В каждой книге хазрата используется множество аятов. Например, книга «Иман, Ислам, Коран» по своему объему не совсем велика, однако в ней цитируется более 1500 аятов. И так во многих книгах. Когда мы собирались применять уже существующие переводы известных переводчиков, обнаруживалось, что иногда весь смысл аята выражен не совсем в полном объеме, а иногда смысл перевода не соответствует контексту его толкования. Иногда же несколько арабских слов были выражены в переводе лишь одним словом. Например, слово «рахматон» переводится как «милость». В то же время слово «милость» встречается и как перевод таких арабских слов «фадлун», «нематун», а также «миннатун», «риаятун», «инаятун». Смысл нескольких понятий Корана оказался сведен к одному и тому же слову. Если бы эти арабские слова имели одинаковый смысл, Всевышний Аллах использовал бы одно слово, а не разные – «фадлун», «рахматун», «ниматун», «миннатун». И нужно понимать, что между всеми этими словами существуют чрезвычайно тонкие различия.
То есть переводчики не всегда смогли правильно выразить смысл некоторых аятов. Прежде всего, это связано с величием священного Корана, потому что многие общечеловеческие понятия, задействованные в нем, отсутствуют в других языках. Это и есть свидетельство того, что именно Коран подарил человечеству такие исключительно важные понятия, как хидая, иман, хак, батель, зульм, аманат и многие другие. Для нас, туркоязычных, персоязычных народов, привычно употреблять в речи термины Корана, подразумевая тот же смысл. И мы не нуждаемся в переводе слов зулм, хидая, батель. Мы переняли эти слова непосредственно из арабского языка вместе с их божественным смыслом. Почему? Да по той причине, что в других языках не существует отдельно самостоятельных слов, которые могли бы передавать смысл этих выражений. Они существуют только в языке Корана. До ниспослания Корана таких слов вообще не существовало. Коран подарил человечеству понятия, имеющие мировое значение. А мусульманские народы, которые сердцем приобщились к Корану, изучили его, включили эти слова в свой словарный запас. В русском языке такого явления не наблюдалось, потому что мастера русского языка среди русского народа не были мусульманами. Они не использовали эти слова и даже не испытывали в этом потребности. И те, кто, будучи мусульманами, были вынуждены говорить и писать на русском языке, не пытались сделать этого за неимением религиозной необходимости. Хвала Аллаху, сегодняшнему дню такая потребность уже назрела. И как считал Хазрат, специалисты соответствующих областей науки должны придавать этому особое значение. В частности, мусульмане, мусульманские улемы, деятели культуры, писатели, другие лица, которые говорят, читают, учатся и пишут на русском, должны серьезно задуматься над этим и начать делать первые шаги. Потому что и без этого уже сегодня мы наблюдаем процесс естественного вхождения в русский лексикон исламских слов и понятий. Например, во взаимоотношениях с мусульманами такие слова, как «харам», «халальный», «намаз» используют даже те, кто не исповедует ислам. Таким образом, мы все больше осознавали, что нам как можно быстрее нужно перевести смысл всего Корана на русский язык. До того, как приступить к переводу «Тафсир Хилал», непосредственно Хазратом были просмотрены все существующие на то время смысловые переводы аятов Корана на русском языке. В Коране более 6000 аятов. Из имеющихся известных переводов, приемлемыми для использования в книгах Хазрата, были признаны переводы лишь нескольких сотен аятов. Когда Хазрат сказал о необходимости начать переводы «Тафсир Хилала», нас охватило чувство большого волнения. Ведь несогласие с некоторыми выражениями в существующих уже переводах поднимало планку для нас. Когда берешься за дело, в котором присутствует большое количество нерешенных вопросов, и их нужно будет решать и выставить на обозрение публики, среди которой будет много ученых людей, ты понимаешь, насколько оно серьезно и ответственно. В процессе переводов и редактирования книг выяснилось, что многие понятия и обороты нам все же придется применить впервые. Для начала была переведена и издана только та часть «Тафсир Хилала», которая охватывает суры 30-го джуза, то есть 30-й части Корана. К этой книге было написано специальное предисловие для русского читателя с пояснениями причин и методов нашего перевода. Это предисловие теперь включено и в первый том 10-томника «Тафсир Хилал», 6 томов, из которого мы представляем сегодня вашему вниманию. Мы также консультировались со многими нашими и российскими мусульманскими богословами, специалистами, филологами, русистами, профессиональными редакторами, обсуждали с ними лично при встречах и в переписке вопросы и соображения, касающиеся специфики переводов и тематики трудов шейха. Уже работая над книгами шейха, за несколько лет мы изучили стили переводов более чем 160 переводчиков, среди которых были переводчики со стажем не менее 15, а то и 20 лет. Изучили стилистику более 20 редакторов, не менее десятка корректоров. В процессе перевода книг мы столкнулись с еще одной проблемой. Книги Хазрата переводили несколько переводчиков. Поскольку это были первые переводы, каждый переводчик применял свой стиль, свой подход в оформлении текста, свое видение в правильности подачи того или иного исламского термина. Поэтому, прежде чем редактировать, нужно было проверить соответствие перевода оригиналу, привести все тексты в единые какие-то рамки, применить единый стиль. Ведь все книги исходят от одного автора.
По этой причине в процессе так называемого предварительного редактирования приходилось уравнивать все термины, устоявшиеся фразы и изречения в хадисах. Поскольку в книгах Хазрата немало заимствований из других его же произведений, следовало также контролировать соответствие этих выдержек с его оформлением в оригинале. Иногда приходилось сначала переводить цитату в одной книге, а потом переводить ту книгу, откуда цитируется эта фраза, и, сопоставляя смыслы, синхронизировать тексты в книгах. После предварительного такого редактирования, в случае с тафсиром, мы решили показать его профессиональным редакторам с условием, что они только будут давать рекомендации по стилистике текста, без внесения изменений. Мы же будем принимать только то, что приемлемо для книг Хазрата. Для этого было налажено сотрудничество с издательством «Диля» в Санкт-Петербурге под руководством Раимова Хикматуллы. Он тоже был приглашен, он сумел, наверное, приехать к нам. Который помог нам порекомендовать одного из лучших редакторов, Голубеву Елену. Она помогала нам просмотреть наши тексты по стилистической, литературной, то есть части, за что мы выражаем благодарность Хикматулла Ака и Елене Голубевой. Диля сотрудничала с нами в редактировании почти больше половины «Тафсир Хилал». Далее мы стали редактировать книги Хазрата самостоятельно. Еще один вопрос – это написание арабских терминов в русских текстах. Во избежание определенного рода так называемых забавных или даже неприличных ассоциаций, мы получали рекомендации специалистов прибегать к некоторым искаженным формам транслитерации арабских слов. Например, «закят» оформляют как «закят» или «солят» как «солят». Кстати, на арабском звучит как «солят», и мы употребляем в наших книгах это слово именно в такой форме. Также мы пишем «Коран», а не «Коран». Изначально в русском языке употреблялась форма «Ал-Коран». Это мы выясняли с помощью российских специалистов. Но вследствие того, что первые переводы «Корана» были сделаны с французского языка, впоследствии пользователи таких переводов применяли звучание «Коран». Но правильно будет называть «Коран». Да, проблема транслитерации – это большое поле для горячих споров, обсуждений. Однако существуют фатвы, требующие максимального сохранения фонетического соответствия шариатских терминов и понятий арабскому звучанию. Следуя этим фатвам, мы полагаем, что целесообразно оставлять эти термины без изменений, как в произнесении, так и в письменном выражении. Но вместе с тем мы всегда готовы выслушать мнения и рекомендации специалистов. Конечно, определенную роль в этом вопросе сыграла и традиция транслитерации советских времен. Когда по каким-то причинам исламские имена искажались, например, Абдуллах писался как Габдалла или как Габдулла, Умар как Омар, Усман как Осман или даже Гусман. Безусловно, это не наносит существенного урона вере, не наносит ущерба поклонениям Аллаху, но это все-таки проявление безграмотности. Когда кто-то пишет «Габдуллах» или «Омар», может быть, это и не грешно, но когда употребляется «ля иляха» вместо «ля иляха», то с точки зрения мусульманства это уже грех. Хвала Аллаху, что сегодня такие ошибки исправляются повсеместно, и мы одобряем это. Например, раньше в русскоговорящих СМИ имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, звучало как «Магомед». Позднее они стали использовать форму «Мухаммед». Но теперь повсюду все больше стали говорить «Мухаммад». Даже есть стремление правильно произносить слово «Аллах», употребляя вместо русского «ха» в конце английское, латинское «h». Кстати, в узбекском языке для выражения некоторых арабских букв используются специфические элементы для букв кириллицы. Это буквы «к», «г», «г». Если это необходимо, мы могли бы использовать в русской транслитерации арабских терминов именно такие буквы кириллицы, а не латинские буквы. На практике в одной из книг по таджвиду недавно для точности звучания терминов мы применяли именно такие специальные буквы кириллицы. Фатвы улемов по переводу и правописанию арабских текстов и исламских терминов на других языках направлены на сохранение священности религиозных понятий и терминов. Как автор и правоверный мусульманин, Хазрат тоже следовал этим фатвам и старался максимально сохранить транслитерацию оригинальное звучание слов. Конечно, невозможно полностью передать оригинальное арабское звучание слов при транслитерации или транскрипции. Об этом известно всем. Мы не претендуем на абсолютную точность передачи. И все же пытаемся минимизировать все еще имеющиеся расхождения.
Что касается отдельных слов, хотя бы того же арабского слова «закят», где вторая «а» произносится длиннее, чем первая, то мы не нашли в русском языке каких-либо правил и требований, согласно которым оно должно трансформироваться в «закят». Если даже и существуют такие правила, писать и читать «закят» будет неправильным с точки зрения арабского языка. Кроме того, следует помнить, что правильное произнесение, чтение и повторение исламских терминов – это поклонение, за которое Всевышний Аллах воздаст благами двух миров. Учитывая это, было бы неправильным лишать читателей такого саваба. С этой же проблемой мы сталкивались при написании книг на узбекском языке, и люди определенных взглядов резко возражали против наших нововведений. Но, хвала Аллаху, сейчас ведущие языковеды признают, что именно наша система транслитерации правильная, говорил Хазрат. Мы знали, что столкнемся с этой же проблемой и в случае с русским языком, но надеемся, что со временем правильное произнесение терминов ислама прочно войдет и в обиход русского языка. В процессе перевода и редактирования той или иной книги Хазрата порой подавались идеи переформатировать структуру книги, собрать несколько заглавий под один обобщающий тематический раздел. Так, при переводе и редактировании книги «Суннитские вероубеждения», или в российском издании называется «Основы исламской веры», некоторые хадисы с пояснениями были перемещены в другое место. Главы были обобщены в большие тематические части. На это было получение согласия Хазрата. По результатам такой реструктуризации перевода книги, Хазрат поручил привести в такое же соответствие и сам оригинал на узбекском языке. Также при переводе книги «Иман, Ислам, Коран» структура книги на русском языке была изменена, и глава «Иман» была перемещена на первый план, а «Ислам» на второй. Но в оригинал такого изменения не было внесено. Тафсир Хилал является толкованием священного Корана, а Коран охватывает все вопросы жизнедеятельности человека. И в Коране представлены все основные положения шариата. Именно поэтому также обширна терминология, используемая в Тафсир Хилал. В наших книгах, в том числе и в Тафсир Хилал, каждый термин, встречающийся впервые, помечается курсивом в тексте. И для него прямо в тексте, либо в сноске, дается достаточно полное определение, поясняется его словарное и контекстное значение. Это для русских книг. Хочу отметить, что по причине работы с книгами мне посчастливилось иметь возможность регулярно встречаться с Хазратом, а еще чаще переписываться с ним по вопросам перевода и редактирования, которые были, на мой взгляд, актуальными или по которым требовалось согласование с шейхом. По многим вопросам, как, например, смысловой перевод того или иного аята, фразы или термина, а иногда по смысловому оформлению целого абзаца, с ним велась непрестанная переписка по электронной почте. Об этом мы говорим сегодня впервые. Письменные вопросы составлялись с цитатами из книги и собственными пояснениями, а также с вариантами ответа. Он одобрял один из них или давал иной, правильный и подробный ответ. На мои письменные запросы Хазрат всегда отвечал в течение того же дня, в течение нескольких часов, даже если он участвовал на какой-нибудь важной международной конференции и, как это бывало часто, находился далеко за пределами страны. Как это указывает, насколько он придавал значение вопросу переводов этих научных трудов на русский язык. В процессе редактирования очередной суры, очередного тома Тафсир Хилал у меня накапливалось столько файлов, объем которых превышал данную суру, готовую уже, или весь целый том в десятки раз. И порой большую часть этих материалов составляли мои переписки с Хазратом. Готовя свое это выступление, я накануне посчитал, что сам готовый текст всех 10 томов Тафсир Хилал на русском языке составляет 5500 страниц в электронном файле. А все ныне существующие рабочие файлы по Тафсиру, включая переписку с Хазратом, составляют свыше 300 000 страниц. Жизнь Хазрата и его деятельность всегда были окутаны благодатью, баракатом от Всевышнего. Это ощущалось и в процессе перевода его книг на разные языки, в том числе и на русский. Порядок перевода той или иной книги определял сам автор. Приоритет он определял в зависимости от актуальности конкретного направления проблем. Сначала нужно было довести до людей основы исламского вероучения. Что по исламу плохо, а что хорошо. Затем последовали книги по соблюдению чистоты, омовению. Далее следуют темы намаза, поста, закята, хаджа, вопросы имущественных, супружеских взаимоотношений и другие.
Так настало время и для перевода книги «Счастливая семья». Хазрат поручил перевести ее несколько лет тому назад. Об этом расскажет, иншаллах, сам переводчик книги. Однако скажу, что Хазрат постоянно держал на личном контроле процесс перевода этой книги и регулярно спрашивал о том, как продвигается этот процесс. Книга «Счастливая семья», хотя и посвящена проблемам никаха, семьи, воспитания детей, она охватывает обширные вопросы, и как результат в ней задействовано большое количество шариатских терминов и понятий. Поэтому не могу сказать, что перевод и редактирование этой книги дались нам легко. В этом произведении шейха использовано множество цитат из его книги «Кифая», которая представляет собой свод комментариев к книге по фикху «Мухтасар-уль-Викая». Поэтому стиль и специфическая формулировка предложений в «Кифая» оказали существенное влияние и на процесс перевода и редактирования определенной части книги «Счастливая семья». В представляемой нами книге «Счастливая семья» использовано более 200 сносок с научными пояснениями к терминам. Также в процессе редактирования свои правки по книге предлагали и помогали нам наши сестры. Сегодня они присутствуют здесь. Это Марьям Наталья Науменко, она из Украины, и Марьям Наталья Бариева, тёзки. Вот, и выражаю огромную благодарность нашим сестрам. Уверен, что книга эта станет так называемым настольным пособием для каждого члена мусульманской семьи. Могу сказать, что уже есть проявление практической пользы от этой книги. Один из, это просто уже для сведения, один из наших работников, нашего издательства, недавно шутя, рассказал мне, как он, получив экземпляр книги «Счастливая семья» на русском языке, отнес ее домой и подарил своей русскоговорящей жене. Та стала читать книгу, и теперь она, читая и узнавая о многих правах и обязанностях супругов, стала попрекать его напоминаниями об обязательствах мужа перед женой. Теперь ему самому тоже предстоит прочитать эту книгу. Книги Хазрата пользуются большим спросом. Они охватывают почти все жизненные ситуации. Мы это знаем все. Их актуальность требует ускорения их издания в необходимом количестве. А это возлагает соответствующую ответственность при подготовке этих книг к изданию. Наверное, поэтому, понимая важность и тяжесть ответственности этой работы, Хазрат регулярно приглашал нас к себе в загородный дом, где мы с ним беседовали о приватном, бывало, и шутили. Он тонко подбирал время, и мы в такой обстановке обсуждали наши дела, дискутировали, каждый высказывал свое мнение. Это было нужно для того, чтобы подбодрить нас в неформальной обстановке, чтобы просто созрело в решении в нас самих. В конце Хазрат подводил итоги, озвучивал наиболее приемлемые решения. Его слова подбадривали нас. Мы каждый раз понимали, что получили очередной заряд энергии. Очередной заряд энергии от человека с обширными знаниями, чьи слова, действия и нравы напоминали нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это было важно, мы это ощущали. И самое главное, в конце он возносил свои знаменитые благие молитвы за нас, за наших родных, за успех этого дела, и чтобы оно приносило пользу людям, обществу. Мы просим и ваших молитв за то, чтобы Всевышний Аллах сделал эти книги максимально полезными для всех верующих. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Благодарим вас, Алишер Ака, за ценные сведения и подробное научное разъяснение вопросов о переводе и редактировании научных трудов шейха. Пусть Всевышний Аллах поможет вам и вашим соратникам в осуществлении грандиозного проекта по распространению света слова Аллаха. Будем с нетерпением ждать новых книг Хазрата на русском языке. Спасибо большое. Дорогие друзья, одно из фундаментальных произведений шейха – «Тафсир Хиляль».
считается подлинно популярным бестселлером. И на узбекском языке этот многотомник уже переиздевался аж 13 раз. Русский перевод «Тафсир Хилял» состоит из 10 томов. Сегодня мы представляем вашему вниманию первые 6 томов. «Тафсир Хилял» является одним из самых достоверных тафсиров современности, в котором наряду с арабскими аятами Священного Корана представляется смысловой перевод этих аятов и их толкование. Настоящая книга, написанная на простом, доступном для широкого круга читателей языке, стала возрождением славной традиции муфассиров Мавара ун-Нахра распространять свет слова Аллаха. С великим уважением слово предоставляется переводчику многотомника «Тафсир Хилял» Фаруху Инагамову. Фарух Инагамов является профессиональным переводчиком. Он окончил Ташкентский институт востоковедения. Имеет степень магистра по теории и практике перевода. Занимается переводами книг шейха Мухаммад Садиха Мухаммад Юсуфа рахимахуллах около 10 лет. Перевел несколько книг из серии сборника хадисов «Хадисы и жизнь». Принимал участие в переводе книги «Открытое послание». В настоящее время завершает работу над переводом «Тафсир Хилял». Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду лиллахи рабил аламин, алазиз аль-хаким. Вассалату вассаляму аля набиина ва хабибина Мухаммадин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Именем Аллаха, милостивого и милосердного, да будут восхваления и восславления Аллаху, пречистый Он и всемогущий, ниспославший своим рабам Коран руководством к свету из мрака, наставлением на праведный путь, источником благодействия в обоих мирах и утешением для сердец. И да будут приветствия и благословения Аллаха пророку нашему Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, которого Он послал милостью для миров, и который достойно исполнил свою миссию, приняв и передав нам его умми книгу Всевышнего, священный Коран. Амма баад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые гости, коллеги, братья и сестры по вере, позвольте приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Добро пожаловать на эту, я не могу сказать, что это небольшая презентация, это как бы большая презентация книг почтенного шейха Хазрата на русском языке. И я бы даже назвал, что это мероприятие имеет очень важное значение для всех мусульман, в частности для русскоязычных, потому что сегодня мы рады представить вам одних из главных книг шейха Мухаммада, Садиха Мухаммада Юсуфа. Это 6 томов, как уже было сказано, тафсира Хилал и книгу «Счастливая семья». О второй книге, как было указано, расскажет непосредственно сам переводчик. Я же расскажу немного об тафсире Хилал. Как уже было сказано, сегодня мы представляем 6 томов, но в целом она будет 10 томов, по 3 джуза в каждом томе примерно. Вот. И причина, по которой, то есть, если вы знаете, на узбекском языке она была издана в 6 томов, но почтенный шейх Хазрат, он решил, что будет удобнее выпустить их более в мелком формате, для того, чтобы было удобнее носить с собой и, как бы, и читать, как бы, когда это нужно. И поэтому было решено, что будет всего 10 томов, но, как бы, меньшего формата. И я долго думал над тем, чему посвятить свое выступление, потому что существует очень много вопросов, и я несколько раз менял планы. Очень много вопросов, которые связаны непосредственно с самим процессом перевода, но о них уже рассказал предыдущий докладчик, уважаемый Алишер Экалиев. Также есть моменты, которые имеют значение с точки зрения духовного воспитания. Были сложности и трудности, связанные с творческим кризисом и так далее. Также есть именно вопросы, связанные непосредственно с самими трудами, особенностями, характеристикой работ почтенного шейха Хазрата. К сожалению, время сегодняшнего мероприятия ограничено, я не смогу обо всем этом рассказать, и тем более, что многие вопросы уже были рассказаны, и не хочется повторяться, поэтому я решил сосредоточиться на одном вопросе, то есть чем для меня стал Тафсир Хилал,
и как, в принципе, происходил именно процесс перевода. Почему для меня именно? Ну, такова человеческая природа, потому что человек учится на примере других. То есть, когда приводится пример, то он лучше воспринимает именно ту мысль, то сообщение, которое как бы сообщается. Именно поэтому, например, в Коране приводится история о прошлых народах, об их участи, призывается брать с них назидание, в частности, скажем, когда идет обращение к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, приводится история о пророках, или же когда идет воззвание к неверным, они призываются образумиться, то приводится именно история прошлых народов неверных, которые, и какая участь их постигла, каким был их итог. И также именно верующие мусульмане призываются брать пример именно с прошлых народов и пророков. Вот. В принципе, работа над переводом книги «Тафсир Хилал», а это заняло несколько лет. Там был, конечно, небольшой перерыв, связанный с творческим кризисом, но, альхамдулиллах, он был преодолен, и я продолжил эту работу. Позволило мне понять и осознать суть священного Корана. То есть я начал понимать, для чего это божественная книга. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день очень многие мусульмане, они неправильно воспринимают сам Коран. То есть они считают его чем-то вроде книги молитв. И используют в основном только для того, чтобы читать суры, аяты во время церемоний, может быть, или каких-то мероприятий. Но это не так. Это нечто более великое и более прекрасное в этой книге. Заключено слово Аллаха, я это и именно работая над Тафсиром Хилал, и я смог это увидеть. Я начал по-другому смотреть на мир, по-другому воспринимать жизнь, изменил свое отношение к людям, к окружающему миру. Конечно же, это не произошло за один день, потребовалось несколько лет, но в итоге я обрел спокойствие души, о котором говорится в Коране. И в этом мне помог именно Тафсир Хилал, то есть работа над переводом Тафсира Хилал. И также тафсир помог улучшить мои познания в религии, поспособствовал тому, что я стал понимать Коран не только разумом, но и сердцем. Что касается вот именно познания, то для работы, перед тем, как даже начать над переводом тафсира, я решил сначала изучить другие, скажем, предыдущие тафсиры или книги на русском языке, для того, чтобы лучше, может быть, переводить или именно эту религиозную литературу, потому что, хотя я и до этого как бы были знания, познания в исламе, но я не считал их достаточно для того, чтобы суметь переводить такой вот труд. И самое главное, в тафсире, хочу отметить, что в тафсире Хилал красной линией прослеживается мысль, озвученная почтенным шейхом, на легком и доступном языке. Коран является ключом к счастью и благоденствию в обоих мирах. Если человек хочет преуспеть, как в этой жизни, так и в загробной жизни, он должен полностью соблюдать его предписания. То есть это руководство, которого должны придерживаться все верующие мусульмане. Это воля Аллаха, это предписание, это повеление Аллаха, которому мы должны придерживаться. Там нет такого, что что-то можно принимать, что-то нельзя. Это строго обязательно к исполнению руководства. И вот именно во время работы над тафсиром я в полной мере умом понимал, но уже начал понимать сердцем. Тафсир Хилал – это фундаментальное научное произведение. Перевод такого труда очень сложен и требует немало усилий в исследовании способа выражения множества значений, которые, по сути, отсутствуют в других языках, помимо арабского. И, в принципе, об этом вот рассказал наш редактор, уважаемый Али Чиреке. Вот. И до написания «Тафсир Хилал» Хазрат был хорошо знаком со множеством тафсиров, поэтому это фундаментальное произведение стало одним из лучших тафсиров нашей современности. Как из практики известно, как улемы-богословы искали пояснение интересующегося вопроса в десятках тафсиров на арабском языке, но когда в конце концов решили взглянуть в тафсир Хилал шейха, они находили там нужный для себя ответ. Кстати, касательно вот именно самого, скажем, качества муфассира, то есть человек, который пишет тафсир, который делает тафсир, всем известно, что существует ряд определенных требований, которым он должен соответствовать, то есть знать Коран, хадисах, причинах неспослания аятов, знать отлично арабский язык, именно
истории и так далее. И почтенный шейх Хазрат, он в полной мере отвечал всем этим требованиям. И как вот до этого уже говорилось, Аль-Шарик упомянул, что мы видели в нем как бы также отражение нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Я хочу отметить только одну вещь, которую, вот именно, которую он следовал, это именно советование. Он всегда советовался, то есть он следовал предписанию Корана, которое в суре Шура, то есть то, что говорится, что верующие мусульмане, они, в смысле, что мусульмане, они всегда вот советуются между собой при принятии каких-то решений или перед тем, как что-то совершить. И именно таким образом шейх Хазрат поступал. Он всегда с нами советовался касательно переводов, касательно каких-либо книг или других, или даже повседневных вопросов. То есть он старался всегда соблюдать, следовать Сунне и Корану. И это мы видели. И тоже старались как-то быть достойными этого. И здесь также возникал вопрос именно качества для переводчика самого тафсира, потому что, как я уже сказал, есть определенные требования для муфассира, который должен соответствовать определенным требованиям при выполнении тафсира. Также, насколько я вот сейчас оглядываюсь назад, я понимаю, что существуют также должны быть требования к переводчику, который переводит этот тафсир, потому что там должны быть знания и ислама, также должны быть определенные знания арабского языка. И в случае с книгами почтенного шейха, там необходим еще и персидский язык, потому что во многих текстах на узбекском языке он использовал слова, арабские или персидские слова, в узбекском языке именно в том значении, которое они на этих языках. То есть не те, которые приняты на узбекском, а именно в персидском или арабском языке. И поэтому для того, чтобы не ошибиться, приходилось сверяться со словарями, то есть искать их истинное значение. И также необходимо было знать именно мирские знания, потому что шейх Хазрат, он был очень эрудированным человеком, очень улемом, который обладал поистине энциклопедическими знаниями. И очень во время, в тафсирах, он в своем тафсире, он ссылался на многие современные знания, на многие современные факты. Один пример я могу привести. В тафсире он приводит небольшим абзацем или даже предложением именно ссылку идет на сингулярность. То есть те, кто знаком с физикой, они знают то, что... То есть при сотворении мира, о сотворении мира, когда он рассказывал, он ссылался на сингулярность, но при этом он не говорил, что это сингулярность. Но он сказал, что современные ученые, они как бы уже выяснили, как зарождался мир. И также были другие моменты, которые как бы он отражал в этом тафсире. И здесь была также одна сложность в том, что почтенный шейх, он очень много черпал из арабоязычных книг, и поэтому иногда приходилось очень много работать над тем, чтобы понять, что именно там подразумевалось. Например, там была приведена история про изменения в Библии, где параклит, то есть переклит был изменен на параклита. То есть он взял именно транслитерацию арабского языка, и пришлось очень долго искать именно, что это именно, в чем заключалось это значение. И также иногда транслитерация именно слов с арабского языка, которые в русском языке или вообще в европейских языках, они имеют чуть-чуть другое как бы написание. Это тоже требовало определенной работы. Иногда приходилось очень много работать. Иногда день у меня уходил на то, чтобы найти, скажем, значение одного слова. Или же, скажем, даже чтобы передать смысл некоторых слов. Вот. И тафсир Хилал, он объединил в себе все самое лучшее, что было в предыдущих тафсирах уважаемых и почитаемых улемов.
В этой книге доступным способом поясняется причина ниспослания аятов, их толкование, а если толкование несколько, то приводят и альтернативные варианты. Примеры того, как сподвижники, праведные предки следовали этим аятам, а также где это уместно, примеры из сегодняшней жизни. Тафсир Хилал еще характеризуется тем, что автор старается не приводить недостоверные сведения, которые встречаются в некоторых предыдущих тафсирах, а также подчеркивает, что есть вопросы, в которые не стоит углубляться, потому что это может ввести в заблуждение. И здесь, что я имел в виду, то, что, скажем, те знающие люди как бы знают, что в прошлом улемы, когда они писали тафсиры или же какие-то другие книги на религиозные темы, они иногда заимствовали из, скажем, истории или мифы из других религий, в частности, из Бани Исраил. То есть называется Исраилият. Об этом он тоже, Хазрат, указывает в своем тафсире. То, что многие рассказы или многие понятия, которые на сегодняшний день мусульмане считают правильными, на самом деле они взяты из мифов, скажем, сынов Исраила. То есть, например, то, что ангел смерти, Малекуль Маут, он, о нем нигде не говорится. То есть в исламских источниках нигде говорится, в достоверных, нигде не говорится, что он Азраил. То есть это взято из Исраиля. Или же истории об пророке Юсуфе, алейхиссалам, то есть его взаимоотношениях, скажем, с женой фараона, то есть они тоже взяты из именно мифов сынов Исраила. То есть именно на это обращает внимание почтенный шейх в своем тафсире и говорит, что то, что не имеется именно в достоверных источниках, в хадисах или в Коране, то это как бы нам следует их избегать. То есть то, что нам необходимо знать, Всевышний Аллах уже сообщил через своего пророка Мухаммада, алейхиссалам, а то, что, скажем, да, конечно, улемы прошлого, они как бы также хотели, они, у них были благие намерения, но все-таки следует быть осторожными именно в том, то, что касается религии. Вот. Также указывается, что перед тем, как делать какие-либо выводы, необходимо сначала изучить мнение авторитетных улемов по этому вопросу. И что принятие решений должно всегда основываться на богобоязненности. И в конце, пользуясь случаем, я бы хотел также поблагодарить всех, кто принимал участие в переводе, в редактуре и издании данного произведения. Надеюсь, что Всевышний Аллах примет нашу скромную службу на пути его религии и в дальнейшем будет наставлять на праведный путь. Спасибо большое за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благодарим вас, Фарух ака, за ваше содержательное выступление. Просим Всевышнего, чтобы он одарил вас, всех нас тоже, успешным окончанием перевода такого важного фундаментального труда, как Тафсир Хилал. Уважаемые друзья, помимо Тафсир Хилал, наиболее популярными произведениями шейха Мухаммад Садика Мухаммад Юсуфа является серия книг «Хадисы и жизнь», которая состоит из 39 частей в 37 томах, а также книги «Иман, Ислам, Коран», «Основу исламской веры», «Васатия, путь жизни», «Воспитание души», «Разногласия», «Причины и решения», «Представление о тасавуфе», «Религия», «Насиха», «Счастливая семья», «Открытое послание» и множество других книг по различным тематическим направлениям. Книга «Счастливая семья» – один из самых актуальных трудов шейха Мухаммад Садик Мухаммад Юсуфа, рахимахуллах. Сегодня мы представляем вашему вниманию русский перевод, можно сказать, настоящего актуального пособия по семейным вопросам. Книга вобрала в себя подробные разъяснения исламского учения о семейных отношениях, которых должен знать каждый мусульманин, намеревающийся обрести семейное счастье. В книге детально рассматриваются вопросы семейных отношений, сватовства, права и обязанности супругов, взаимоотношения молодых с родителями и родственниками мужа и жены, воспитание ребенка. В книге указаны пути, ведущие к счастливой семейной жизни.
Слово предоставляется переводчику книги Джохангиру Дададжанову. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамду лиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Да будут нескончаемы восхваления Всевышнему Аллаху, сделавшему Коран светом, наставлением и руководством для всех людей, которые Он сотворил мужчиной и женщиной и велел им жить в непорочном супружестве. Да будут благословения последнему пророку Господа миров Мухаммаду Мустафе, который досконально донес до своей уммы повеление Всевышнего Аллаха и внедрил посредством своей сунны благословенную супружескую жизнь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые наставники, дорогие братья и сестры. Много раз участвовал на презентациях книги шейха Рахманаллах. Бывало и выступал. Но сегодня, видимо, особый день, я волнуюсь немного, поэтому решил записать свою речь, чтобы не забыть ту информацию, которую я хотел бы до вас донести. Уважаемые друзья, семья занимает, пожалуй, самое большое время в жизни человека. А значит, ее место имеет в ней огромное значение. Известно, что семья является важной ячейкой общества. Ввиду этого во всех народах и системах семейной жизни уделяется особое внимание. Общество оценивается в соответствии с уровнем и качеством семейной жизни, потому как общество состоит из множества семей. Если семьи будут крепкими, то и общество будет крепким. Если семьи будут счастливыми, то и общество будет счастливым. И тому подобное во всех сферах. Нам с вами известно, что семья в исламе занимает особое место, никак у него возвышается и считается священным, является сунной всех пророков, алейхиссалям. У мусульман есть много возможностей для изучения и внедрения в жизни божественных учений, наставления Аллаха, Господа миров, которому, как никому другому, хорошо известно о том, как должен счастливо жить сотворенный им человек в сотворенной им вселенной. И нашим соотечественникам шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахимахуллах оставил книгу, посвященную подробным разъяснениям исламского учения о семейной жизни, о котором должен знать каждый мусульманин. За короткое время книга стала бестселлером и по сей день остается им. Недаром в наших краях стало обычаем в приданной невесте в обязательном порядке класть книгу «Счастливая семья». Альхамдулиллах, книга «Счастливая семья» стала доступна теперь уже и для русскоязычных наших читателей. И почитателей шейха Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахматуллахи алейхи. Книга была переведена еще при жизни нашего наставника, рахимахуллах, и мы имели возможность советоваться с ним в процессе его перевода. Нам очень помогали его наставления, поддержки и дуа, которые он постоянно возносил, прося у Всевышнего помощи и умножения воздаяния за наши старания. В силу того, что я обучался в русских образовательных учреждениях, в моем окружении, включая моих близких, друзей, родных, образовалась среда русскоговорящих. К сожалению, если кто-то из них, даже если говорил на родном языке, то не очень хорошо усваивал литературу на узбекском. Но ничего не бывает, как говорится, без мудрости Всевышнего. Помню день, когда я, только прочитав «Счастливую семью», я помчался с книгой в руках на прием к хазрату, рахимахуллах. Он постоянно был готов встречаться с людьми, выслушивать их проблемы, вопросы, обсуждать их. С волнением я поблагодарил его за книги, которые он писал, и те поучения, которые он распространял посредством своих книг и проповедей. А также робко отметил, что книгу «Счастливая семья» должен бы прочитать каждый наш соотечественник. Но, к сожалению, это недоступно для тех многих мусульман, кто не знает узбекского языка, и было бы хорошо перевести эту актуальную книгу на русский. И тут хазрат, долго не думая, предлагает мне взяться за перевод этой книги. Он застает меня буквально врасплох, так как я никогда этим не занимался и не предполагал, что смог бы это сделать, но не смог отказаться. У хазрата был особый дар отмечать способности людей и озадачивать их в соответствии с их возможностями, а также направлять их по интересам.
То есть, если человек заинтересован, он его сразу озадачил этим же. В ходе нашего разговора он также попросил помогать в публикации материалов на русскоязычном сайте «Исламус». Мы с Хазратом договорились, что я отправлю пробный перевод вступительного слова к книге, что я и сделал после двухнедельных усилий, по 10 раз перечитывая текст и советуясь с близкими мне людьми. Так, после проверки пробного перевода и предъявления определенных требований и рекомендаций нашим редакторам Аль-Широке, мне был предоставлен полный текст книги, который я переводил день ото дня в свободное от работы время. Итак, мне, как и моим коллегам по переводу, посчастливилось переводить книги достопочтенного Хазрата, и мы рады, что Всевышний Аллах дал нам возможность внести немного пользы в общество и служить исламу. С этих дней для меня началась совсем другая жизнь. С тех пор я познакомился с многими прекрасными людьми, с теми, кто искренне распространял свет ислама таким, каким нам остал его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. С большими терпениями ожидал наших встреч и совещаний во главе с Хазратом. Я знаю, что каждый переводчик из числа наших коллег поступает так же. Мы никогда не садимся за перевод книг без омовения. Это правило, которое переводчики соблюдают с первых дней по наставлению самого шейха, наставника Хазрата Рахимахуллах. Мы тщательно оберегали эту чистоту, в которой эта книга зарождалась. Перевод книги «Счастливая семья» была для меня первым такого рода опытом, который научил меня многому, укрепляя мою веру и знания в семейной жизни. Зная много случаев, когда книга помогла уберечь людей от разводов и ссор, укрепила семьи. Теперь, с вашего разрешения, я бы перешел к самой книге, то есть, что в ней излагается, какие детали и там положения, да. И ввиду того, что книга охватывает очень много в сфере семейной жизни, в ней нет больших глав, то есть она не разделена на какие-то большие главы. В книге последовательно излагается смысл и положение никаха, а также приводятся хадисы, примеры из жизни сподвижников и современного человека для лучшего усвоения читателями этих знаний. Это важнейшие аспекты семейной жизни каждого человека. Так книга начинается с предисловия и мудрости сотворения человека парой, а соответственно призывом к никаху и почему нельзя жить без него. Да, речь идет о старейшинах и их роли в семейной жизни. Затем Хазрат Рахимахуллах приступает к изложению шариатских положений о никахе, о том, в каких случаях никах является фардом, когда харамным, порицаемым, утвержденный сунной или допустимым. И тут же раскрывается положение женщин, с никах, с которыми предписан харамным, запрещен навсегда, а также те, с которыми запрещен временно. Соответственно, пророческие рекомендации о выборе спутника жизни, о достойной невесте и достойном женихе, тонкие вопросы сватовства, которые следует изучить с большим пристрастием. Да, вопрос сватовства – это отдельная наука, следование которой задает правильное направление еще не создавшейся семье. Разве нет примеров, когда сваты заложили семя раздора в будущую семью? Это очень важный вопрос. Немаловажно значение о том, что и после сватовства до никаха молодые все еще остаются друг для друга чужими людьми. Также есть ряд рекомендаций по соблюдению правил помолвки. Немало внимания уделено в книге о важности добровольного сочетания никаха, о согласии старейшин на него и, соответственно, советы по решению таковых проблем. И вот, наконец, после всего этого мы только подойдем к самому обряду никаха. Вопросы махара, которому, к сожалению, не придают большого значения. Хутба никаха – это, пожалуй, один из самых важных моментов, где не бывает малозначимых вопросов. Далее идут решения вопросов, связанных с бытом, с финансовыми вопросами будущей семьи, а именно то, что все расходы по приданному невесты, домашние утвари, обустройству дома, свадьбе обязана нести сторона жениха. Если следовать рекомендациям из книги
и не допускать чрезмерности, то на самом деле и стороне жениха это будет вполне под силу. В книге можно обратиться к нашему культурному наследию и найти множество прекрасных примеров по подготовке молодых к семейной жизни. Далее читатель может близко ознакомиться с адабами половой близости и вытекающими отсюда положениями шариата, такими как большое омовение, гусл, да, мы называем. Извечная проблема человечества решена уже более 1400 лет назад. В книге простым языком описаны вопросы главенства в семье, прав и обязанностей супругов, и проводится статья нашего наставника, рахимахуллах, еще 1990 года об идеальном муже и идеальной жене, по которому каждый из нас может ставить себе новые задачи и удивляться, как еще много мы могли бы сделать для своих семей. Следующий этап семейной жизни – это сватовские взаимоотношения. Рождение детей, нарекание их именем, азан, икама для новорожденного, обряд акика, обрезание, и что, если родилась девочка, к примеру, милосердие и попечительство ребенку, соблюдение справедливости между детьми, их воспитание и обеспечение, права родителей и пределы повиновения им, а также вопросы аборта, чуме 21 века, искусственное оплодотворение. Все это подробно, подробнейшим образом описано и даны соответствующие рекомендации. Отдельное внимание отведено вопросам поддержания родственных уз, совершения добра после смерти родителей, а вопросам разногласия, предотвращения распада семей, изучения их причин, талаку и подобным вопросам отведено и вовсе около 100 страниц книги. Вопросы идды, к сожалению, и вовсе остаются в наших краях без внимания, хотя это предотвращает смешивание полов, вызывает уважение к умершему мужу и тому подобное. Завершение достопочтения шейх, рахимахуллах, дает нам наставление, полные знаний и опыта о вопросе талака и наставляет относиться к нему, к талаку, изучать его как меру предохранения от талака, обратите внимание. Не для того, чтобы правильно его дать, а чтобы предотвратиться. Важно, чтобы мужчины даже не помышляли о талаке, а женщины не допускали мысли, чтобы просить развода. Да, в жизни происходит много событий, разные. Между супругами случаются ссоры, но существует также множество способов их решения. К сожалению, многие в своих отношениях грозятся разводом, по поводу всяких пустяков. Муж, не сумев подчинить себе жену, начинает пугать ее талаком. Жена, недовольная мужем, желая мести, начинает требовать талак. Потом, спустя некоторое время, обе начинают бегать во все стороны с вопросами, а существует ли какой-либо выход из талака? Как мы можем снова помириться? К сожалению, иногда бывают необратимые процессы. Эти знания для нас сегодня жизненно важны, дорогие братья и сестры, по вере. Ведь человек становится мусульманином, спасается от огня ада и входит в рай одним только приведением свидетельства «Ля иляха илляллах», как и может стать неверным, отрицая это. Так и никах делает двух чужих для друг друга людей халальными, то есть дозволенными для друг друга, друг для друга. Но и одно неверное слово может привести к плачевным последствиям, когда супруги становятся друг для друга запретными. В книге до мельчайших подробностей описываются эти положения. Если прочитать, впитать и начать применять советы из книги, основанные опять же на сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то разводов станет меньше, ссоры и обиды пропадут, справедливость восторжествует и семьи станут счастливыми. Вчера на пятничном джамаат намазе имам прочитал один хадис и убедительно сказал, что следование только одному этому хадису спасло бы семьи от распада. Вот я процитирую это на русском языке. Пророк, алейхиссалям, сказал: «Обладателем самой совершенной веры среди верующих является тот, у кого самый прекрасный нрав. И лучшие из вас те, кто хорошо обращается со своими женщинами». Мы очень надеемся, что с помощью Аллаха эта книга станет своеобразным пособием для тех людей, кто запутался в своих семейных отношениях, поможет восстановить, объединить такие семьи.
поможет уберечь от разлук, страданий и несправедливости, еще больше укрепит любящие сердца, повысит качество семейной жизни и укрепит общество в целом. Знания в этой книге придадут силы для преодоления невзгод, помогут супругам найти и увидеть в друг друге хорошие качества. В целом книга подготовит молодых к взрослой жизни в это непростое время. Станет хорошим советчиком в выборе спутника жизни для себя, своих детей и близких. Эта книга – прекрасное руководство для родителей, воспитания их детей, а также для наставников в обучении для своих учеников. Да сделает Всевышний Аллах эту книгу полезной для нас всех. Вассаляму алейкум ва рахматуллах. Благодарим вас, Джахангир, за полезные сведения и вложенный труд в такую долгожданную книгу. Просим, чтобы Всевышний облагодетельствовал вас успехом от себя в переводе очередных произведений Хазрата. Сейчас мы предоставляем слово переводчику и редактору книг шейха Озадака Мунаварову. Он на протяжении 10 лет работал с книгами Хазрата под его непосредственным руководством. На основе этих переводов редактировались смыслы аятов в Тафсире Хилал. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Многоуважаемые гости, дорогие братья и сестры, разрешите приветствовать вас всех на сегодняшнем празднике. Мне остается лишь добавить несколько важных деталей, которые будут полезны для тех, кто будет читать книги нашего дорогого шейха впервые. В дополнение ко всему, что здесь было сказано, я скажу, что по воле Аллаха достопочтенному шейху пришлось служить исламу в самый трудный период, в момент развала бывшей системы и восстановления ислама в нашем регионе. Всевышнему Аллаху было угодно, чтобы народ, который фактически был насильно отлучен от своей религии, от своей истории, от своего языка и культуры, начал изучать ислам именно по его книгам. Благодаря тавфику от Аллаха, по его воле, благодаря заслугам этого неординарного человека, за годы независимости мусульманам в странах СНГ открылся путь в паломничество, хадж. Возродилось исламское образование, открылись мечети и медресе, началось издание исламской литературы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Я оставляю вам два блага. Вы никогда не впадете в заблуждение, если будете придерживаться их. Это книга Аллаха и сунна его пророка». В полном соответствии с этими великими словами досточтимый шейх дал своему народу на его родном языке два бесценных дара – переводы и толкование книги Аллаха и сунны его пророка, алейхиссалам, ибо, как говорил пророк, алейхиссалам, ученые, наследники пророков. Так он, достопочтенный шейх, возродил славную традицию великих улемов. Шейх стал автором книг по всем основным направлениям исламской науки – тафсир, акида, хадисы, фикх, тасавуф, история – это целая библиотека. Многие из этих изданий являются полноценными учебниками для учебных заведений. По его книгам наш народ начал заново изучать истинную суть ислама, сущность этой божественной религии. Люди начали понимать, насколько они отдалились от истинных законов шариата, поэтому встали на путь обретения знаний, исследования исламу, своей религии. В результате этого поистине титанического труда был положен конец разногласиям, фанатизму и раскольничеству среди мусульман региона. С
Сейчас, после этой невосполнимой утраты, мы полностью осознаем, что в каждом своем деянии достоверный шейх следовал слову Аллаха и хадисам пророка, алейхиссалам. Имам Бухари и имам Муслим передают хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: не уверует никто из вас, пока не будет желать своему брату того же, что желает самому себе. Поэтому достоверный шейх хотел, чтобы его книги приносили такую же пользу и в других странах. Он пожелал и другим народам все те блага, что мы, наши соотечественники, получили, читая его книги, слушая его проповеди. К тому же, как было сказано, многие его поклонники говорили, что народ нуждается в этих книгах, поэтому их нужно перевести на русский и на другие языки. Был случай, когда к нему приехал один из наших переводчиков и сказал: «Уважаемый шейх, я перевел вашу книгу «Васатия путь жизни» на русский язык. Она очень актуальна в наши дни. Она поможет устранению как межконфессиональных конфликтов, так и конфликтов между мусульманами». Так созрела необходимость переводов его книг на русский язык. Следует отметить, что достоверный шейх говорил: до 19 века мусульмане нашей родины не нуждались в переводах Корана и хадисов, потому что Коран и арабский язык начинали изучать с детства. Это наша гордость. Наши великие предки внесли огромный вклад в развитие исламской науки и культуры. А переводы – это необходимость, это требование времени в периоде восстановления исламского образования. Для кого и для чего предназначены переводы наших книг? Шейх говорил: для мусульман, чтобы узнать больше о своей религии, о ее законах, о Коране, о Сунне. А для немусульман, чтобы получить достоверную, объективную информацию об исламе, без навязывания и без всяких других целей. А для враждебно настроенных или для тех, кто в заблуждении, чтобы устранить искаженные представления об исламе, найти общий язык с представителями других религий. Вот с такими благими намерениями он начинал работу над переводами своих книг. Теперь я перехожу к непосредственному переводу тафсира. Шейх говорил: я знал, что на великом и могучем русском языке имеются несколько переводов Корана. И планировал брать готовые переводы аятов для своих книг. Но в процессе перевода мы столкнулись с большим количеством ошибок и неточностей в переводах аятов. Большинство аятов пришлось перевести полностью. Нисколько не умаляя достоинства всех этих переводов, при всем почтенном уважении к переводчикам, достоверный шейх решил, что необходимо пересмотреть смысловой перевод Корана полностью. По его просьбе мы собрали все русские переводы, которые мы смогли тогда найти на тот момент. Это были переводы Крачковского, Кулиева, Османова, Саблукова, Богуславского, перевод Мунтахаб и стихотворный перевод Пороховой. Я как сейчас помню, ранним утром 13 мая 2009 года, в среду, достоверный шейх начал работу над переводом аятов. На большом мониторе мы разложили все эти переводы, и он стал просматривать каждый из них. Он говорил: вот здесь все правильно, вот здесь очень хорошо. Но вот здесь, скажем, множественное число, надо быть единственным. Здесь прошедшее время, а здесь будущее, или здесь нужен страдательный залог и так далее. И вот так он, просматривая каждый из них, и потом их сравнивая с оригиналом, просматривая в основном тафсир Джалалайн, тафсир Ибн Касира, Ибн Ашура, и вот с таким кропотливым трудом в тот же день, 23 часа 9 минут, он закончил суру Бакара. Можете про себя просчитать, сколько вот 268 аятов суру Бакара можно вот с таким
вот с таким, в таких условиях можно будет за такое краткое время. Нам посчастливилось быть свидетелем этого такого явления. И так он перевел весь Коран, то есть аяты. То есть фундамент всех этих переводов он перевел лично сам. Но в процессе работы он приходил к такому заключению, что он говорил, да, все-таки должен переводить носитель русского языка, нужен опытный редактор, поэтому, значит, в последующем, когда текст тафсира будет переводиться, на основе этих аятов, то есть этих переводов, вы будете еще дорабатывать, и чтобы максимально довести все, что мы хотим, до русскоязычного читателя. Я помню такие мгновения, когда он просил посмотреть какое-то слово в словаре за несколько тех секунд, которые ушли до открытия нужной страницы, нужного слова. Занимаясь переводом, то есть который распространением знания, что является фардом, он не терял духовную связь со Всевышним Аллахом, и за вот эти за несколько секунд его пальцы начинали перебирать четки, то есть тасбих. Вот такой человек, вот с таким, вот с такой полной самоотдачей, он желал, чтобы все русскоязычные наши братья и сестры смогли приобщиться к этому великому слову Корана, Аллаха. Дорогие друзья, братья и сестры, Досточтимый шейх писал предисловие каждой книги. Все, что вы найдете полезного от Всевышнего Аллаха, а все возможные неизбежные ошибки от нас. То есть так скромно он относился к своим великим трудам. Точно так же мы далеки от того, чтобы объявить наши переводы совершенными, безупречными. Как учил нас Досточтимый шейх, все, что вы найдете в них полезного, достоверного, это от Всевышнего Аллаха, это его от автора нашего. А все погрешные неточности – это от нас. Мы хотим, чтобы наши читатели знали, нами, то есть это слова шейха, нами двигает только желание поделиться с вами с тем наслаждением, что мы получаем от чтения и изучения слова Аллаха. Но от имени вот переводчиков нашей большой творческой группы, насколько точно и полноценно мы смогли передать это духовное, моральное удовлетворение, эстетическое наслаждение от Корана, судить вам, нашим дорогим читателям. Поэтому, читая книги Досточтимого шейха, просим помолиться за него, за его достойных наследников, продолжателей его дела, его семьи, его учеников, его соратников, сотрудников нашего издательства, работников типографии, всех тех, кто внес и вносит свою лепту в это богоугодное дело. Да благословит Всевышний Аллах всех, кто трудится во благо мусульманской уммы и всего человечества. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо большое, Азада Камунавар, за ваши искренние и чувствительные за ваши слова. Дорогие гости, мы бы хотели услышать нашего уважаемого хафиза Хори Мухаммад Лайка, от него услышать несколько нашидов, если позволит наши устазы. Яс'ад фуади куллама ذكروا الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكروا الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا
Салла алейхи ва саллама, Набию Раббил аламин, Ас-садику л-хади л-амин, Ат-тахиру д-дамиту л-лази, Лил-хакки сара муаллима, Лил-хакки сара муаллима. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Благодарим вас, уважаемый хафиз. Дорогие друзья, слово предоставляется Зязин Сергей Юрьевич, исполнительный директор автономной неправительственной организации ОНО, научно-просветительского центра НПЭЦ Российской Федерации Аль-Васатия. Умеренность. Прошу. Ассаламу алейкум, уважаемые гости и участники и ученики, семья шейха, уважаемые участники данного мероприятия. Хочу поблагодарить за приглашение семью шейха и издательство и дом Хилял за то, что пригласили нас, потому что это большая честь для нас находиться в этих стенах, в стенах, где работал шейх Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, где работали переводчики над его книгами, где издавались книги, которые в России очень востребованы для каждого мусульманина. Для меня лично повлияло книга шейха, 18-й том, «Исцеление рука». Я врач по образованию, был христианином. И после прочтения данной книги я принял ислам. Видимо, это место такое, которое трогает за душу. Поэтому я давайте перейду к докладу. Потому что, чтобы высказать свое мнение относительно данной работы. Книги шейха действительно очень востребованы и доходят до каждого сердца мусульманина. Прежде всего, я хочу рассказать, как книги шейха мы в своей работе, соответственно, используем. Центр Аль-Васаты и умеренности создан в 2011 году при непосредственном участии Полосина Али Вячеслава, который был совместно, он принял ислам и потом в дальнейшем работал по переводу редакции, литературной редакции книг шейха, как раз «Хадисы и жизнь», «Высоты и путь жизни», «Ислам, иман, Куран». Соответственно, эти книги первые появились у нас в России на русском языке.
книги были изданы издательством, домом, московским домом «Хилял», которым занимался Рискульбек Каримбеков. И по разрешению, по благословению шейха, эти книги были переданы нам для бесплатного распространения среди мусульман, среди молодежи. И с 2012 года эти книги бесплатно были, распространялись в тысячных экземплярах, в количестве тысячных экземпляров среди мусульман, российских мусульман, среди осужденных, среди молодежи, среди женщин. Велась данная работа по распространению данных книг. Ну, во-первых, наши женщины, наши мусульманки российские и выходцы, и мусульманки-выходцы из стран Средней Азии также проводят огромную работу, успешную работу по социализации, адаптации мусульманок, по их активной социальной деятельности, и проводятся всероссийские съезды женских мусульманских организаций, на котором мы впервые, кстати, пригласили дочь шейха Адин Ахун Мухаммад Юсуф, чтобы она увидела, какая работа у нас проводится, и, иншаллах, мы планируем дальше расширить данную работу, чтобы со всех стран СНГ приглашать мусульманок и вести активную, показывать активную позицию мусульманок в России и странах СНГ. Также у нас проводится огромная издательская деятельность и издательская деятельность литературы шейха Мухаммада Садыка по разрешению семьи шейха Исмаила Хаджи и Адин Ахун Мухаммад Юсуфов, они дали нам согласие на издание литературы шейха, которую мы распространяем бесплатно для молодежи и осужденных мусульман, и литературу, которая издается для психологов, издается журнал Международного женского клуба «Аиша». Проводится огромная работа. Я очень не хочу вас растягивать данное выступление, поэтому отдельно я предоставлю буклет, и, соответственно, там подробно расписано. О дальнейших планах нашего совместной деятельности Центра Люсаты, Центра имени шейха Мухаммада Садыка, я надеюсь, расскажет Рискульбек Хаджи. Ассаламу алейкум, благодарю за внимание. Благодарим вас за столь для нас новые аспекты, которые мы еще не знали, что творится в Москве, про издательские дома. Спасибо большое. А теперь, дорогие гости, у нас еще один гость из Москвы, Рискульбек Каримбеков. Он получил высшее образование в исламских университетах Ливии и Турции. Ныне сейчас является мударисом Московского исламского университета, руководит издательским домом «Хилал» в Москве, является директором автономной некоммерческой организации «Духовно-просветительский центр мусульман» имени шейха Мухаммад Садыка и, наконец, непосредственный ученик Хазрата. Еще со времен учебы в Ливии поддерживал постоянную связь со своим наставником. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Вассаляту вассаляму аля саидина ва хабибина Мухаммадин Иль-Мустафа саллаллаху алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва ман табиаху би ихсанин иля яумиддин. Да благословит Аллах и приветствует нашего господина, пророка Мухаммада, и всех членов семьи, всех сподвижников, всех тех верующих людей, которые следовали и будут следовать искренне до судного дня. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Дорогие братья и сестры, во-первых, позвольте передать признательность, благодарность во главе нашего шейха Исмаила Мухаммад Юсуфа, свою благодарность за приглашение. И для меня большая честь участвовать в этом презентации моего наставника, шейха Мухаммад Садыка, книги «Тафсир Хилял»
и «Счастливая семья», который является фундаментальным трудом всемирного известного нашего наставника шейха Мухаммад Садыха. Дорогие братья мусульмане, хотелось бы отметить, я не только являюсь учеником шейха Мухаммад Садыха, но и являюсь учеником его отца. И в то же время являюсь учеником его брата Мухаммад Амин Дамла, его зять Мухаммад Карим Дамла. Я бесконечно благодарен Всевышнему Аллаху, что Всевышний Аллах мне даровал такую возможность быть учеником такого выдающегося всемирного известного ученого, легендарного ученого шейха Мухаммад Садыха, дорогие братья мусульмане. Хотелось бы в нескольких словах отметить нашу деятельность в Москве. На самом деле, это наша деятельность мы не начали. На самом деле, начал наш наставник, шейх Мухаммад Садых, Мухаммад Юсуф. Когда он к нам приезжал в Москву, его приезд для нас был очень большим праздником. Мы действительно радовались к приезду нашего наставника. Почему? Потому что мы от него получали такие эффективные мысли. От него получали нур, можно сказать, тот локомотив, который для духовный заряд, для того, чтобы продолжить наше дело, дорогие братья мусульмане. Наш центр занимается именно проблемами мигрантов из Средней Азии. На самом деле, когда наш наставник навещал Москву, он собирал мигрантов, беседовал разными мигрантами и на разные вопросы отвечал, и на разные пути решения проблем он озвучивал. То есть центр продолжает дело шейха Мухаммад Садыха. На самом деле проблемы мигрантов из Средней Азии очень много. Буквально Сергей Зязин передо мной выступал и показывал круглый стол, который мы организовали совместно, центр «Васатия», для мигрантов. Это цель организации для мигрантов, и Алишер Ака нам перевел рамазановские проповеди нашего наставника «Социальные адабы». В Ферганской долине наш наставник шейх Мухаммад Садык коротко, четко, ясно, буквально в 20 минутах он разъяснил, в чем заключается суть проблемы миграции. Это очень важно, и мы показали это видеоролик, перевели на русский язык, и диктором с видеозаписом мы поставили разными представителями власти, посольства, МВД, миграционная служба, ФСИН. Они действительно были ошеломлены выступлением нашего наставника. И они сказали, вот этот человек истинный муфти. Дорогие братья мусульмане, что я хочу сказать? Наш наставник предлагает, чтобы предотвратить массу проблем мигрантов, очень хороший метод предотвращения этих проблем. Проблемы не надо решать, когда эти проблемы возникают. Проблемы надо предотвращать, дорогие братья мусульмане. Вот поэтому мы сейчас тесно работаем с мигрантами и при содействии МРОМ, Международный клуб Айша, мы специально организовали, кроме центра, медресе имени шейха Мухаммад Садыха в Москве. Это медресе занимается, чем занимается это медресе? Это медресе занимается духовным просвещением мигрантов. Именно в медресе проводятся разные занятия. Чтение Корана, тафсира. Как раз мы используем тафсир, тафсир Хилял. И особенность этой медресе заключается в том, что в этом медресе преподается на узбекском, на киргизских языках именно. И на русском в том числе. Мы используем именно фундаментальные труды нашего наставника. Тафсир Хилял, Кифая, Рухут Тарбия тоже используем. Все книги, которые написаны были шейхом нашего наставника, используются именно при преподавании, именно как учебное пособие. И в том числе книга шейха Мухаммад Садыха является пособием Московском исламском институте тоже. Я параллельно преподаю в Московском исламском институте акиду, тафсир. И мы всегда предлагаем институту именно книги шейха Мухаммад Садыха. И
очень востребованно используют как в качестве пособия. Несколько словах, каким образом наш шейх оставил такое бесценное наследие, можно сказать, сокровище, которое это сокровище ничем не оценивается. Это действительно для сознательных людей труд шейха Мухаммад Садыха, Мухаммад Юсуфа является бесценным сокровищем. И мы этой сокровище должны дорожить, использовать это сокровище, нужное место во благо мусульман, не только Средней Азии, во благо мусульман постсоветского пространства. Дорогие братья мусульмане, вот шейх Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, наш наставник, в этой проповеди, которая буквально в 25 минутах, которая связана с мигрантами, он озвучивает очень тонкие детали, которые не были озвучены ни одним мусульманским учеными. Это очень важный момент. Почему? Потому что, чтобы предотвратить проблемы, мы сейчас хотим сотрудничать со всеми духовными управлениями мусульман Средней Азии для того, чтобы предотвратить глобальные проблемы наших мигрантов в Москве и в России. Какие проблемы? Нужно выработать духовно-просветительские свойства качества мигранта. Например, можно извлечь это из нашего трудов нашего шейха Мухаммад Садыха, извлечь из его книги тоже, каким образом должен владеть именно мигрант, какими свойствами и качествами. Например, хадис тот, который передает Умар разиаллаху анху, «Иннамаль амалю бинният», это все мусульмане прекрасно знают. Например, прежде чем стать мигрантом, человек поправить должен свои намерения. Почему он едет в Россию? А у большинства мигрантов намерение, чтобы заработать материального благосостояния. Это, во-первых, неправильное намерение мы создаем. Какое будет намерение, такой и будет результат. Вот поэтому это первое духовное, нравственное качество должен владеть мигрант. Как раз шейх Мухаммад Садых в своей проповеди об этом и говорит. Вот поэтому проблемы надо предотвращать. Для того, чтобы эти проблемы не стали масштабными или глобальными. Мигранты являются из наших семей, наши родственники и так далее, и так далее. Поэтому очень много слов, я не буду отнимать ваше внимание. И буквально я обратил внимание на эту брошюрку, буклет. Тут сказана книга «Самый верный собеседник». Я, когда прочитал эти фразы, вспомнил свою жизнь. В 1998 году шейх Мухаммад Садых мне поручил прочесть книгу «Мада хасира ль-анам бин хитат аль-муслимин». И мне дал задание, чтобы я прочел и кратко изложил, в чем суть этой книги. Я после того, как прочел эту книгу, пришел к нему и выразил свои мысли. Он как будто одобрил, чтобы не обидеть меня. Но на самом деле, после того, как я выразил, он мне поправил мое мнение. Я первый раз научился от него, как извлечь из книги суть книги. Это очень важный момент. Вот это самый главный урок был для меня, и до сих пор этот урок я практикую. И бесконечно действительно я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах наделил моего наставника самыми благими подарками, то, что у него есть, дорогие братья мусульмане. И еще другой момент, когда он был в Москве, он сказал про книгу такую очень важную вещь. Он сказал, если у тебя книга есть в полочке, то сколько раз спрашивай, он без никаких упреков будет отвечать. А вот у наставника спроси один и тот же вопрос три раза, твой наставник скажет, что один и тот же вопрос, что ли, задаешь? Может упрекнуть и так далее, и так далее. Но книга говорит, это твой наставник, который когда хочешь, обращайся
и дает тебе ответ. Дорогие братья мусульмане, действительно эти книги являются бесценным сокровищем. Мы должны дорожить этим бесценным сокровищем и использовать это бесценное сокровище в нужное русло. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Благодарим вас, Рыскулбек Ходжака. Я хотел бы с уважением предоставить слово заместителю муфтия Духовного управления мусульман Узбекистана устазу Ибрахимжан Домло Инамову. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا من عدم وهدانا بالقرآن وجعلنا أمة لحبيب الأكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم достопочтенные устазы и глубоко уважаемые наставники, многоуважаемые гости и дорогие друзья, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху. Ни для кого не секрет, что для всяческого благополучия жизни нашего народа, для процветания нашей священной Родины и для претворения в жизнь канонов ислама под руководством, под мудрым руководством уважаемого нашего президента в республике ведется обширная и мегамасштабная работа. Сегодняшняя наша встреча с вами, сегодняшняя презентация – это один из моментов этой вереницы грандиозных событий нашей республики. Достопочтенный шайх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф и его труды – это не просто легенда, это целая эпоха. И причем не исчисляется в каком-то отрезке времени. Все практически его книги, его произведения, особенно сегодняшние презентуемые книги, это не просто настольная книга, это энциклопедия жизни любого мусульманина. И при том не только 20-21 веков, а я больше чем уверен, останется энциклопедией жизни любого мусульманина до конца этого света. Всем известно, как говорят, гений – это 99% труда и 1% таланта. После выступления сегодняшних наших уважаемых переводчиков, мы еще раз убедились, что все труды нашего достопочтенного шейха, насколько гениальные произведения. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить искреннюю благодарность и особое почтение за эти труды, за то, что всех нас ознакомливают, во-первых, его наследнику, уважаемому нашему шейху Исмаил Хазрат, всем его сотрудникам, уважаемым переводчикам, всем сотрудникам и всем тем, кто вносит свою определенную лепту в это благое священное дело. С вашего позволения, хотелось бы попросить, есть две просьбы, с вашего позволения, достопочтенный Исмаил Хазрат. Первая просьба – это перевести на русский язык все, без исключения, его книги. Это просьба и ко всем переводчикам. Вторая просьба – это перевести его книги не только на европейские мировые языки, английский, французский, но и азиатские языки, китайские, корейские языки. Еще раз хотелось бы выразить, я думаю, я выражу и ваше
мнение, уважаемые здесь сидящие гости, друзья, и мнение всех мусульман Узбекистана от имени всех вас здесь присутствующих, от имени всех мусульман Узбекистана и от имени управления мусульман Узбекистана с позволения нашего председателя выражаю еще раз благодарность уважаемому Исмаилу Хазрату, всему ему коллективу, всем уважаемым переводчикам за бесценный, феноменальный, титанический и бесподобный труд. Низкий вам поклон. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благодарим вас, устаз, за ваши пожелания, за ваши благие намерения. И благодарим муфтия Духовного управления Узбекистана за теплые поздравления. Дорогие друзья, сейчас для вручения грамоты мы попросим шейха Исмаила Мухаммада Садыка предоставить нашим гостям уважаемому Зязин Сергею Юрьевичу. Каримбеков Рысхулбек Зямидинович. Каримбеков Муктарали Зямидинович. И у нас намеревался приехать Полосин Али Вячеслав Сергеевич, но так как он не смог прибыть на наше мероприятие, передаем грамоту Каримбекову Рысхулбеку, чтобы он передал ему в Москве. У нас Зязин Сергей Юрьевич хочет подарить нашему шейху. Алишер Ака, вас вам тоже хотят. Каримбеков Рысхулбек тоже хочет свои подарки передать. Это сделано из натурального, ручная работа, во-первых, без окраски. Спасибо большое за ваши подарки. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.